Как тебе новая дверь? Посмотри. Железная. А похоже на армированную. Смотри. А прикольно, слушай. Да? Какие-то солнышки. А это из набора, помнишь, броня была такая механизированная? Это с того вот набора. А, я так поняла, нам даже не сделать топор. На тебе топор. На, мой топор. На. Все, я у меня топор был, прикинь. Еще один. Богато живете. Ага. А я только заметил. Все, ставлю дверь вторую, тамбурную. Все, готово. Иллюминатор снова с нами. Ну вот, тамбур есть. А еще и за домом. Это второй, там второй. Вот открой. Сзади дома второй, фуловый. Ага. С какой-то херовой. Взял пипку. Один перед домом, второй сзади дома. Понял. Я вот в тамбуре стою. А мне надо полечиться. Где он? Где-то здесь был. Открываю? Давай ты справа, я слева тогда. Только открывай, стреляй, закрывай. Там все слева уйдет. Не влево ушли. Дом так темно, а здесь так светло. Тут. Надо их выманить. Куда-нибудь поближе, чтобы они были. И два патрона. Вот, у меня тоже. Дорога, 10 патронов. У нас под домом веселье. Сколько? У нас под домом никого сейчас. А ушли они вот сюда, в эту сторону. Вон, труп лежит. Время кушать. Лучник справа. Попал. В одного попал. Мансуева, это я. Припасника хочу забрать. Попал еще раз. Минус два. Припасник. Все. Добил его. Убил. Кирка хорошая у него была. Клов все. Лук забрал. Лук все, давай до дома. Понесли. Изи. Но это не те, это не Валера был. Фу. У них, кстати говоря, было 60 клоусов. Нормально. Так, копья кирки, кстати говоря. Отлично. Кирка хорошая, Мэтт. Скинул. Пивас выкладывать или с собой оставить? Не, с собой можно, наверное, взять. Бинт один. Да, сейчас надо камень будет лутать. Это орешник. Ебать, а второй? Второй дальше, вон там, вон, тоже голый бежит. Попал у него все. Лучник через речку. Да-да-да, за мной. Ты Нига? Я плыву. Дрозд желтый, он не Нига. Мексиканец? Китаец лучше. Они желторотики. Ну и что это? Надо его догонять, сэр. Смотри, он к нам запрыгнул к нам. Что за отчаянный хер вообще? Что он творит? Попал. Да не в того стреляешь, в Нигу. Попал. Револьверы идут. Калаш его свалил. Его калаш свалил. А вон калаш там. Нахера я в калаша-то стрелять начал с лука? Убили этого лучника мы? Да. Нет, калаш Бонни на нас смотрит прям. Да-да-да. А что ему надо? Пошел он вон. Такой, он один. Так. Там еще три типа прибежало. Он убил двоих. Он убил этого валерщика на дороге. Пойдем его залутаем. Я здесь. Надо было пипасы брать. Вон, чувак, смотри, сзади тебя. С арбалетом, по-моему. Да. Облутал? Лутай быстрее, быстрее. Беги. Беги. Сука, он даже с антиотдачей этой, которую добавили, не может ничего сделать. Бегите. Смотри, он сейчас этого начнет забирать. Да? Быстрее, забегаем домой. А это что за орех? Это рекордс. Это нас... Конечно. Не-не-не, убей. Ну вот, блин, какой рекордс, твою мать. Все, минус. Как я его вырубил с камня, а? Я минус. Валеру скинул. Мне куда-то скидывать все. Сейчас я сделаю ящик. Все. Мне пипас? Ну что, пробуем? Да. Подожди, только теперь... Подожди, Валера, что, я последний выхожу. За домом пипас стоит прямо у входа практически. Подожди, я заряжаюсь. Давайте, заряжайтесь. Так. Я не стреляю тогда. Стоп, у меня слишком много патронов.
Мэтт, а ты наоборот отсюда стреляй. Вот отсюда дверь пускай открыта будет. Нормально все. Готовы? Блин, а если не успею закрыть? Ты дрос сиди. Успеешь. Только. Готовы? Да. Ага. Ой, куда ты лезешь-то? Нихера, Мэтт, пропусти мне, что-то херово. Очень херово. Да все, я крафчу себе бинты, все нормально. Это, о боже мой, как же мне просадило. Вот это жесть. Хилюсь. Ну только сидите, вот не надо так прыгать, Дрозд. Я смотрел просто. Так, все, я открыл дверь, готов. Стойте, трое ушли на гору далеко, за домом прям в упор пипасник. А на входе никого? Справа. Открой, посмотрим. Все, открывай. Вон три типа вижу. Угу. Давай за дом заберем чувака. Он прямо у стенки стоит. У какой стенки? За домом, прям четко. Блин, за домом. Мне хэ... Что это? Алло. Откуда? Ну нахер, не знаю, с лука. Вон там он стреляет. Сверху стреляет по нам. Это я подхожу. Под нами, под нами. Вот он бежит вдоль берега, и утер у тебя. Я ничего не понимаю, блядь. Минус, меня минус. Убили. Подними меня, пожалуйста. Мне в щеку просто дали и все. Ё-моё, я пошел хилить. Ну вас нахер, да, вообще ничего не понятно. Пойдем? Все, погнали. Он один. А где он? Где он? Прямо напротив входа. Попал, зеленым. Стреляйте, стреляйте, ребят, баран, стреляйте. Попал. Все, минус, все, 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 все. Нет, справа олень. 51 стрела, олень. Нихера олень себе. Человек или олень? Олень просто. Так, где его пипас? Где-то его пипас, ребят. А, что там, арбалет был у него в руках. Арбалет. А что он делал? Хилился, короче. Все, уходим. Так вот, хилился, короче. Тут просто трупов можно расчленять километр. Ага, и все, дрозды лежат какие-то. И рекордсы. Дрозды и рекордсы. Все нормально. Ой. Вся стрела, зато плюсом. Отлично, стрелы это гемокрафт. Какой дебильный звук у топора. Нормально, слышу, я тут приоделся. Дрозд, на, штанишки. Прикрыл. А, пипас, опу. Вот, есть пипас у меня плюсом. Скинул. Так, кловсы, карта, топор каменный. Стрелы скидываю, слишком много для арбалета их. Так, все, тер, погнали. Так, я деревце лутаю тут около будки. Угу. Пацаны, и конопли тут дофига растет. Созрелый. Блин, этот калаш до сих пор живет. Конечно, у него калаш. И бьет он метко. Вот, Дрозд, иди сюда, собери конопли. Ну я бы не сказал. Сверху, все. Попал. Эп. Ё-моё, это он, справа, да, справа он. Молодец. Все. Мэтт, возвращаемся. Так, что у него было? Патрончики заберу. Короче, собери. Забрал? Нет. Так. Скинь хотя бы два. Каких патронов-то тебе? Красных, что ли? Конечно, конечно. У тебя же зеленый. Ты поздать? У меня есть, отобрал. Орешник, ты рекордс? Да. Попал, зеленым попал. Тер, давай на добивку. Красава. Просто ходим вот так вот. Тер, давай на добивку. Во, броня пошла. Все, залутал. Копье плюсом еще. Подожди, пипас его где-то. А, нет, вот забрал. Нет, хелмсид. Он что, с семенами бежал в руках? Вот, что за фигня? Пипас подобрал. Забрал? Все, давай отнесем. Давай отнесем. Давай. Вообще норм. Сейчас наших оденем. Блин, круто звучит. Тиар на добивку. Сука. Бах-бах, труп. Красный такой вообще. О, вообще. Тигр прям какой-то, слышь. Ну-ка. Подожди. Нормально. Он дверь открыл, кстати. Выбежал. Попал. Ну, я разберсерку, все такое. Какой-то мирный, да? Да, какой-то мирный. Он какой-то дебил, может, или что? Мирный, дружить какой-то. Дружить хотел. Ну да, подружился с моим топором. Все. Друзей завести. Сука, тоже скажешь. Темнее, да? Да. Не знаю. Да нет, какое. Садится. Вон там бегают, смотри, вон калашист этот. Е-мать их там! Е-мать их там, 85 миллионов. Оооо, тер. Тер, что-то все плохо, тер. Очень все плохо, друг мой.
Это, знаешь, я бы здесь сказал кошмарно даже, я умер. Они в меня вообще не стреляли, а вот сейчас начали. И довольный такой. Твою-то мать! Ну их там жесть. Ну я думаю, что они что-то там замышляют плохое. Очень плохое. Они перебежали, идут нас лутать. Я в кустах сижу. Да они меня пробежали. Их орехом отпиздить, не? Ага. Блин. Я домой пошел. Мой лут. Кто с орехом бежит? Я домой. Мы все дома. Это я. А, черт. Дрозд не дома. А, тебя убили, да? Я думал, ты это. Ой. Нет, ты справа бежишь, тебя жму. О, смотри, как красиво. Смотри, как там классно. Нас, сука, попал! Зеленым! Ха! Я бессмертен! Суки. Так. Почти докинул. Так. Закрываем. Лавочка закрывается. Можешь пойти попробовать чем-нибудь украсть? Кого ты там украдешь? Ай! Между ними выстрелил. Так. Рекордс. Как дела? Все, с пипасом пошел. Давай, пошли. Ну идите уже, идите, идите. Я закрываю. Стенок, суки, наставили здесь. Влево ушли. Потом лагать от них будет. Нет, я пал. Тер, хватай мой пипас. Я пал. Да я вот возле домика этого какого-то напротив, там квадрат или что это такое. Ну здесь прям лежу. Вижу тебя. В кустах, Тер, ты? Да. Я поднимаю. Тер, а что ты в кустах делаешь? Прячусь. Вас убивает там. Слева, слева. Главное, он меня так запалил. Я его даже не видел. Он, наверное, читер. Я еще жив. Так, и что это было-то, я не понимаю. По ним вроде берданка начала зажимать. Так, я сдох в кустах. Вот в каких, я не помню. Ну вот, блин. А во, ясно. Бонни Сакур, два копья. Нормально. Пойдет. Вот же суки, а. Все забрали. Хера у них там стволов в натуре. Пойду копья занесу. Правда, нахера? Лей через реку. А с чем он? Ну он с луком. Ну все, он потап. Ну. Сейчас у меня миллион миллиардов патронов скрафтится зеленых. Я затащу. Вон он, это он? Не попал. Вот же, блин. Попал. Попал зеленым. По-любому минус, ребят. По-любому. Все, просто полюбас. Вот это да, через кусты, понял? Вихер. Да, вижу, валяется там что-то. Ну там на кто, Дрозд этот, кузнец, делайте. Да? Да-да. Дрозд кузнец. Кузнец молодец. Где? Я не вижу, вот он лежит, да. В смысле? Он вышел, чтобы перезайти. И ожить. Поможем Даше ожить? На нахер. Помогли сука. Даше. Пережить все. Твои копья вернулись домой. Ура! А вот это было ура. Я прям воспрял духом. Так, я сделаю пока маленькое расширение для нашего дома. Так, и надо колодец сделать, наверное, да? Да просто да. Один фундамент отсутствующий оставим с лестницей и все. Мы ж тогда так делали на каком-то... Да сюжете. Все путем, Мэтт, я уже все сделал, я молодец. Окей. Так. Блин, ну и сюда бы расшириться. Ладно, если что, выдолбим. Так. Пока ночь, пойду, отойду. Давай, пойди, отойди. Ну вот и дерево кончилось. Построил. Че у нас там за певцы? Это кто? Питер. Галыш-долбоёб. Галыш-долбоёб, да. В смысле, это как понять? Он вообще голый? Да. Так нихера ж не видно. Рекрас, иди убей его. Камнем. На тебе топор, нож, пошел. На, нож. Ножом его просто, вот ножом. О, рублю камнем. Он меня зарубил. У него металлический топор, нечестно. Вот он тебе и спел. Говорит, Галыш. Зарубил, он уже здесь. Тер, все, открываем. Давай, поднял. Врата и выносим. Он меня поднял, короче, и что делать?
now your friend comes out. No, why not friendly? Блять, я вам. Ой, no, я утопился в нашем же колодце, твою мать. No, what? What? How many people are you? Are you... Again. Попал в него. Okay. Не вижу нихера. Попал в него, минус. Okay. Have you убил. Топор железный забрал. Твою мать, что за приключение? Отошел, называется. Это что тот самый Пиа, мы его видели, короче. Хорошо объяснил. Да, говорю, ты долбоёб. Все, я пошел, это у меня по планам возведение башни. Так, вот только надо вот так сделать и вот так. Так. Блин, короче, надо много дерева. Так, ладно, погнал. Приоритет сейчас дерево? Ну да, как бы, чтобы у нас была отстрелочная, типа. Так, здесь тогда сделаем вход. Да, и здесь тогда стеночка. И тут погнал. Дерево лежит еще. Блин, у меня такое колесо, которое нажимать, ну ладно. Все, башня готова. Угу. Там отдельный ящик для дерева поставила, это кто? А я забрал уже. Мэтт, куда ты бежишь, там тело видишь? Нет, да. Вот. Так. Давай накажем. Ой! Наказали. Сейчас нас накажут. Кого убивать? А, лево от дома. А, это он вернулся, да? Да. Он плывет? Это я плыву, я! О, ты сел, открывай рекорд, убери один, я убегаю. Я умер. Так. Ты зачем? Я убегаю, мне пофиг на тебя. Нормально. Там два калаша, да и пятый. Не, ну нахер, ребят. А у нас башня готова вообще, или у нас все соломенное? Башня готова, все. А по лестнице соломенная вся? Да. Дверь сюда надо открыть. Тогда я не буду залазить на нее. Закрывайтесь, они сюда идут. Я не успел. Че, серьезно? Да. А, нет, тут не солома же. Я рушу ее немного. Все, я дома. О, сколько камня, отлично. Так, я все скинул, у меня только пипас. Они даже вроде и не шли. Тир, кого ты там рушишь, твою мать? А, они вон туда переплыли. Блять, последнюю лестницу разломал, думал, они уже идут, потому что Мэтт кричал. Так, ладно, веревки у нас есть. Туда, а что мы там сделаем сейчас? В крысу можно было бы попробовать. Вон они. Пошли. Прыгают. Пошли в крысу пробовать. Подожди, Бонни, ты слишком убежал. Слева от скал только что видела. В атаку! Отгоняют чувака в этот, в огромный дом. У нас орешник. У нас помощь будет. Я забираю. Это вот мне здесь лук, стрелы, все есть. У нас не будет помощи. Блин, они ушли. Они оттянулись. Не-не-не, они возле дома. Один на нашей стороне речки стоит. Надо его обходить, пробовать. Но он сейчас все равно присоединится к своему другу. По-моему, это просто беготня сейчас будет. Но я иду. Вот он контролит, типа. Вот он меня, типа, увидел. Вот, типа, я убегаю назад лучше. Пускай он сюда идет. Он, типа, идет к нам. Тихо. Да-да-да, двое. Убегаем теперь мы. Не-не, он не запалил еще, подожди. Там где-то биквалеры долбит. На скале за нами. Тихо. Это вы на скале там уже? Ой-ой-ой! Они слева, со стороны воды у скалы. Голый бежит. О, я как. Пошли. Сер. Да уж. Что-то толпа какая-то бежит бичей. Это крейзи опять. Попал! Хедшот! Ему плохо. Второй. Нет. Не стреляет! У меня не стреляло! Почему не стреляло-то, ё-моё? Вот он хилится. Я минус. Бля, ты представляешь, я зафейлился только из-за того, что пипас не выстрелил, твою мать. Сейчас бы был минус один. А что за дерьмо? Чего он не стал стрелять? Может, богану перезарядился? Ну так нет, отлично, блин. Тот, в которого ты попал, он назад ушел и сменился другим. Я в упор. Знаешь, что такое в упор с пипаса выстрелить? Это минус фуловый, понимаешь?
Просто когда все дробины летят ему в голову. Это все, это смерть. Делаю патроны, тогда красные сейчас попробую. Там буквально чуток сделаю. Тут вот их трое, уже Тима долбит. Блять, меня пешка убила. Рипс. У меня КД везде баня. Угу. Чё ты не пьёшь-то, ё-моё? Надо вот именно упасть, чтобы попить, ну. Блин, так все зашибись было. Вот я прям, вот я все уже знал, что он труп. Красный заряжаю. Там под деревом ползает. Я. Что там за армия лучников? Не знаю. Я хочу свой труп. А что в нем? Луки, стрелы и рекордсы еще залутала. Я валю отсюда нахрен. Блин, топор. Ага, запалил он меня, запалил, идет. Наверное. Если есть. Ну быстрее там разбирайтесь, он сюда идет. Стрелы надо? Не, оставь ему только лук. У меня есть стрела. Это что, это биквалер так долбит? Пошли, вон здесь, сейчас будет, вон он. Ну не топы как слон, кто там? Не вижу. Вижу его. Он в скалах. Иду ближе. Хорошо, с другой стороны. Ой, минус один. Минус один. Иду. Блин, этого надо залутать. Так. Хедшотом. Патроны. Одежда. Ну это какие-то хероплеты. Молодец, умница. Подожди, он с Валерой был. Валеру найти надо срочно. Так, откинулся этот. Где Валера? Куда он мог его откинуть? Ага, плывет. Попал. Убил. Минус. Вот Валера, да. Это взял. Нихера, он с двумя пипасами, патронами. Так, я на дороге, если что, в карте. Дробовик нашел. Все. Вот здесь вот, иди сюда, Дрозд. Вот ты глазастый, да. Вот здесь вот я убил. Вот он лежит, где-то Валера у него должен быть. Вот он, по идее, скатиться куда-то должен был, да? Да, по идее. Дерьмище, ладно, пойдем. 35 патронов у него было. Так, это тер. Ну, здесь все залутаны. О, подожди, что это? Во, надо забрать. Все. Но это не те, короче, а те ушли куда-то. Угу. Мэтт, у твоего что было? А, лук, пипас. Это я. Это наш? Да-да-да. Я голый. Где, вы говорите, Валера? У меня трава приминается, могу посмотреть. Вон туда? Там, за скалами, за скалами. Угу. Там камешек будет второй по счету отсюда. Ну, у меня плюсом резы, луки, пипас, зеленые, кирки и всякое. И куча жира с мясом. 17 мяса налутал. Нормально. Жалко человеческое, правда. Да пойдет, у нас колодец-то есть.